настроение. Нет, дотягиваем. И генератора тоже нет, ребята. А может быть, вы его где-нибудь видели, этот самый генератор? Он такой, как и любой электроприбор, ребята. Я видела. С лампочками, с микросхемками, с проводочками. Нет, нигде не видели его. Нет. Нет, это все не то. Он совсем по-другому выглядит. Ребята, а кстати, вы хоть знаете, что это за электроприборы? Какими они бывают? Электроприборы. Да. Ну, например, как называется электроприбор, где можно хранить продукты? Холодильник. Холодильник, ты дышь. А как называется электроприбор, по которому можно смотреть новости? Ну или надо? А я сейчас проверю, какие электроприборы еще вы знаете. Я буду загадывать вам загадки, а вы будете их отгадывать. Если верно отгадываем загадку, делаем знак миксиков. Все умеют. Правильно разгадали загадку, договорились? Пошире сделали кружочек, пошире, пошире, вот. Место, чтобы всем хватило. Так, ребятки, первую загадочку слушаем внимательно. Сушит ветер суховей, кудри масечки моей. Что это? Не знаете? Нет, чем мамочки волосики после душа сушат? Дракон хвостатый и разгладил шарфик мятый. Что это? Утюг! Утюг! А еще тогда загадаю загадку. Прачка, автомат, нам стирает все подряд. Что это? Ладно, ладно, раз вы такие умные, самую сложную вам загадку загадаю. Попробуем разгадать. Давайте. По дальним селам, городам. Величество, это... Знают! Ты дышь! А давайте мы станем настоящими электрошаманами. Согласны? Нам было просто зарегистрировать. Вытянули ручки вперед. Нужно потереть со всей силы ладошки, чтобы они стали горячими-горячими. И вы почувствуете, как энергия поступает. Сейчас музыку включим. Трем-трем. Ой, да, ребята, ты принес генератор! Да!
Я поняла. Не переживайте. Так, вытягивай ручку вперед и с помогатором Нолика выбирай любой инструмент. Так. Так, теперь подожди. Зачем вы подсказываете? Да что это такое? Подсказывать нельзя. Двумя ручками потрогай, что это, как ты думаешь? Ребятки, чтобы было пространство. Вытягивай ручку вперед. О, подруга, что это такое? Глазки давай закрой. Ой, какой глазастик. Так, вытягивай ручку вперед, шире кружок, ребятки. Двумя ручками трогай. Это ой, сложный попасть. Инструмент, не подсказывайте. Да что это? Им можно шлифовать, чтобы прибор был гладкий. Тише, тише, не подсказывай. Yeah.
Следующая буковка, у нее начинается электро.
и последняя буковка. Я. Я. Молодцы, аплодисменты, справились. Ты видишь? Ребята, давайте сфотографируемся с вами на таком ярком уголке. Все скорее на фотографию. Давайте за нами. Пойдем. Встаем за нами. Держи. Аккуратно придерживаем. Аккуратно. Aynada bakıştım, yeniden ben miyim?